С воскресным днем всех вас поздравляем. Всех мужчин сегодня поздравляем с Днем Отца. Сегодня по указу нашего главы государства празднуется День Отца. Вспомним сегодня об Отце Небесном. Вспомним сегодня о своих крестных, кто нас когда-то крестил, помолимся о них, кто стоял у купели, когда нас погружали, может быть, еще младенцами, может быть, постарше, приведя к лону Святой Православной Церкви. Вспомним наставников наших, священников, архиереев, живых и усопших. Вспомним сегодня отца нашего духовного, митрополита Исидора, который заложил этот храм, который благословлял всех нас. А для меня это сугубый отец. Он меня рукополагал и всякий раз во всем помогал в строительстве нашего храма. И если бы он видел, как он преобразился, как он расписан усердием наших прихожан, он наверняка был бы рад. И я знаю, что Владыка молится о всех нас, братья и сестры, потому что смерти нет для христианина. Владыка видит это все и чувствует, и слышит наши о нем молитвы. Вспомним сегодня и об отцах наших, которые нам даровали жизнь по благословению Господа. О родителях своих вспомним. Вспомним сегодня о тех, которые наставляли нас, помогали нам. Сегодня, к сожалению, уже не у всех есть отец. Очень много мам одинокие воспитывают своих детей. Но у них есть люди, которых в полной мере можно назвать отцом. Он помогает, он заботится, он всегда рядом в трудную минуту. Вот хочу пожелать всем нам, христианам, чтобы мы старались быть не столько по плоти родными, сколько родными в трудную минуту в жизни людей. Тогда человек помолится, как об отце. Ты нам как отец. Он говорит, вы чужой человек, но вы нам как отец. Вы скажете, поможете, когда нужно, укрепите нас. Вы наш как родной. Вот я хочу пожелать всем отцам, мужьям, мужам, казакам, всем, кто стоит сегодня на службе Божьей, быть тем духовным отцом, наставником, который протянет руку, который как отец любящий не оставит. Потому что если мы понимаем смысл отца, это тот, который, как Бог, который на небесах, заботится везде сы и вся исполняя, который покрывает нас, помогает нам, не оставляет нас, любит нас даже тогда, когда мы оставляем его, как блудные дети, как блудный сын в притче о блудном сыне. Ушел далеко, но потом, когда вернулся, отец простил и обнял его. И помните, что сказал? «Сын мой, ты пропадал и нашелся, ты был мертв и ожил, и нет больше радости для сердца отца, чем возвращение блудного сына. Все отвергли, все тебя прогнали, все возненавидели, а отец примет и обнимет, потому что он любит». Вот какой любви мы должны научаться у Бога Отца, у крестного отца, у отца духовного, и стараться быть такими отцами в семье, чтобы мы были как Бог в семье, покровитель, заступник усердный, кормилец, который подает хлеб нас каждый день, зарабатывает на этот хлеб и кормит всю семью и детей, и внуков своих. А потому не ленится, потому старается, усердно усиливается, чтобы спастись самому, еще и к Богу ведет своих детей, потому что знает, что без Бога я ничего. И он не стесняется сказать об этом своим детям. Вот поздравляю вас, дорогие отцы, с праздником Отца. И сегодня вспомните об этом, что вы услышали, о своих крестных. Сегодня, может, позовите своих крестных за стол, вспомните о своих духовных наставниках. Послушайте песни про отца, почитайте дома стихи про отца. Сколько замечательных стихов можно найти сегодня в том же интернете. Стихи об отце, о папе. Вот просто возьмите, вспомните свой папу, научите ребенка слышать, что «малыш, слушай, я про своего папу тебе сейчас стих прочитаю. Сегодня день отца. Вспомни, и ты подготовь, что захочешь». Вот представляете, папа читает про своего папу, а малой читает про папу, который стоит перед ним. Давайте не пропустим этот день. Это хороший, но если мы его немножечко оправославим, то он станет нашим праздником православных отцов.
Это не просто, напомню, 23 февраля, когда сегодня нужно собраться и выпить за мужиков. Сегодня мужской день. Это не 23 февраля, и даже не День защитника Отечества. Отец – это выше, потому что если трудно, если больно, если опасно, отец встанет и пойдет и защитит. Он всегда защитник не только Отечества, своей семьи, своей любимой, своих детей, своего дома родного, своего края родного, своей страны родной, потому что он, как Господь, слышит, заботится и сам старается любить и семью, и жену. Вот такого не надо поднимать на защиту Родины. Он сам встанет и пойдет. Строчит пулеметчик за синий платочек, что был на плечах дорогих. Отец защищает свою Родину. Вот чей праздник сегодня. Отцов настоящих, которые стараются быть по образу и по подобию самого Отца Небесного. Вот высота какая у нас. И просто закреплю то, что вы услышали только что, чтобы особенно мужчины подражали Господу и были святы, яко же и Отец ваш Небесный свят есть. Сегодня Церковь назвала истинного Отца и нас позвала на эту высоту. Будьте святы, яко же и Отец, день которого мы сегодня вспоминаем, ваш Небесный свят. Храни вас Господь, дорогие.